Председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель провел личный прием граждан. Жители обратились по вопросам архитектуры и градостроительства жилищного фонда. Любая жизненная проблема горожан не остается без внимания. Записаться на личный прием к руководству можно, позвонив по телефону 680029. В северном микрорайоне планируют построить новый дом. Проект предусматривает возведение 11-этажного здания с двумя подъездами. По 24 июля будут проводиться общественные обсуждения. В нем могут участвовать физические лица, их объединения, а также ИП. Экспозиция проекта размещена в кабинете 209 по адресу площадь Ленина, 1. 15 июля поезд Победы прибудет в Бобруйск. Проект представляет собой интерактивную экспозицию, которая посвящена подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. В связи с ограниченной пропускной способностью передвижного музея, его посещение будет осуществляться только организованными группами жителей регионов по пригласительным билетам. Республиканская акция «Каникулы без дыма и огня» в самом разгаре. Бобруйские специалисты продолжают хорошую традицию проводить в детских лагерях интересные и познавательные праздники безопасности. Ребятам рассказывают, что делать при пожаре, как правильно позвонить в службу спасения, а также учат правилам поведения в лесу и как вместе со взрослыми безопасно охладиться у водоема. 13 июля откроется прямая телефонная линия на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. С 9 до 12 часов жители Бобруйска смогут обратиться с интересующими вопросами к руководителям организаций, отделов и подразделений. Подробную информацию с номерами телефонов можно найти на городском портале bobrlife.by.